землей, да будет слава твоя. Подлинную правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие. Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждается, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои, и не слышит голоса заклинателя, самого искусного заклинания. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов. Да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные. Да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкиды женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежее, и обгоревшее да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови вроде нечестивого крови, и скажет человек, подлинный есть плод праведнику. Итак, есть Бог, судящий на земле. Слава! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Может, постучать? Вот они выходят из дома. Надежда Васильевна из Гликерии. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, и Господь Иисус Христос, по своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоей, молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротах и неизреченны в милости. Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел доменится мне, Боже мой. Ты гликерии приучай три поклона делать. Совершенно не найти дело правдущих меня. Но эта вера, да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, дает причастникам славы Той вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что отторг меня от Твоих рук и оградой, но ли хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очрев Матери моей. Сподобь меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбила свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему. Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, постань и храни мою бедную душу, несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону починить мне себе преобладание того смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, пускай рядом стоит хранитель, покровитель все бедной моей души и тела. Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня на настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь.
Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами отгони от меня смиренного несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удали со скверны, лукавые и хульные помыслы из закона моего сердца и помраченного ума моего. И погаси пламя моей страсти, ибо я убог несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, Гликерия, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко родилась и Христа спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага, животворящего Христа Господня, не оставь нас грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа на сопротивные дары и Твоя сохраняй крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священнария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Авросия, Вадима, Зосима, Липия, Андрея, Максима, Владимира и Глеба не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, папы Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона и весь священнический и иноческий чин. И высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, если угодно Тебе. Смири, Господи, власть и воинство их, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое Церкви Твоей, и сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное доброе время. И приготовь народы к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Слава Тебе, Господи, за эту прошедшую тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь от всякого зла. И сохрани нас и селение наше от пожара, воров и нечистой силы, и живущих там. Андрея, Игоря, Серафиму и сына ее Владимира обрати в веру христианскую. Благослови любовь Людмилу. Алексея, Иосифа, пришли добрые жители с детьми, Господи, сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Лептину. И расширь пределы общины, найди новые души. Спаси и помилуй Валентину, Надежду, Наталью, Евгения, Сергея, Андрея, Александра, Рахиль, Ездру, Михаила, Нину, Анну, Юрия и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины. Тебе, Господи, слава, аллилуйя, аминь. Воззри на врагов наших, желающих разрушить построенное нами, умягчи их сердце. Обрати их на путь покаяния, благослови Максима, Александра, Сергея, Виктора, враждующих против истины, и в судный день не помяни их безумие. Открой им истину Твою, дай им страх Твой, благослови благодетелей наших, Елену, Мионилу,
Александру, Татьяну, ты их всех знаешь, Господи. Спаси, помилуй болящих, дай силу им все перенести, укрепи, даруй им здравие, Сергея, Валерия, Александра, Игоря, Любовь, Владимира, Надежду, Валентину, Валентину, Анну, Александру. Благодарю Тебя, Господь, за здоровье и за болезни, за радости и печали, за друзей и за врагов, ибо все в свое время окажется на пользу. Благодарю Тебя, Господи, за все, что Ты допускаешь, но дай силы все перенести с благодарением. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И найди все наше родство. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Путешествующих благослови. Раису, Льва, Виктора. Будь милостив к нам, Владыка. Найди новые души. Укажи, Господи, кому мы можем оказать помощь. И сохрани это наше сокровище в интернете, и книги здесь, и в пути, и трудящихся. Дмитрия, Виктора, Андрея, Андрея, Сергея, Сергея, Виталия. Нас помилуй милости Твоей, я ради. Благослови убрать урожай до конца. Игоря, Евгения. И продли это мирное время. Обрати, Господи, Тимофея, Тимофея, Мартина, Александра, Германа, Леонтия, Симона. Милости Твоей ради просим, Господи, дабы день сей был днем благословения, прославления Твоих чудных дел. Хвала Тебе. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей, новопредставленного Виктора. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Родителей и всех православных христиан. И сотворим вечную память, вечный покой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Как дивно Господь хранил нас в этих путешествиях, защищал. Воздай милости всем помогавшим нам. Павла, Зинаида, Владимира, Надежда, Любовь. И Ты возрастил нас в сохранности, и все дарованное нам для славы Твоей да будет, и посеянное да даст обильный урожай. Ради имени Твоего святого, ради милости Твоей просим Тебя, Господи. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Добрый ангел, сколько лет Ты хранил нас, слава Тебе. Благодарю Тебя, мой ангел, как Ты спасал от видимых и невидимых опасностей, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным. И веди душу мою, Царствие Божие, навеки. Слава Тебе! Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. И каждому дару жилье Сергею и Гавриилу. Аллилуйя.
Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Господи, посети болящего Кирилла в Москве. Даруй ему здравие, сохрани его для радости многих душ, которые с ним рядом. Хвала тебе, Господи. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриарх, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие. И вы, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание. Ибо через них мы думаем о жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Укрепи народ Твой, Господи, силой Духа Святого, дабы не страшиться царей и начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Сминский, Устин Философ, Космай Дамиан, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя. И Анфиму, Вениамину дай веру, устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов Почаевский, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замыслы еретиков в ничто преврати и развей. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомущества, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина Перепятуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливости женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Исправь непокоривость Галины, семейства ее Евгении, Надежды, Надежды, Светланы, Марии, Раиса, Марины, Юлии, Елены, Людмилы и Анны. И нас помилуй, милости Твоей ради. Господи Боже наш, мы просим Тебя, услыши нашу молитву и воздяние рук наших прими, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, милосердный, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Вот как Господь радость какую дал. Смотри, как он увлекается.
Что интересно, в субботу обещают 0 градусов. Слышишь? 0 градусов. А в воскресенье в это же сразу 21 морозу. За один день. Такая перепад температур интересный. Вот. Там свет зажги, дядя Володя. Свет там зажги-ка, чтобы видно было. Вот так. Сейчас я буду заниматься здесь интернетом. Отвечать. Вот видишь, какой у вас. Кошечки там есть у бабы Нади-то? Да. Рыжий, белый и Буска. Так мы приходи туда, а мы сам толкаем. Не можем. Подпол. Что такое? Подпол не можем их заткнуть. Подпол не можем заткнуть их. Говорит, приходи сам и заталкивай их в подпол. Вот это да. Ну я что буду приходить-то? Я прихожу для кошек рыбы, приношу сушеные гальянов. Так вот надо, чтобы их посадить. У нас холод такой идет из подпола. У нас тоже холод на ночь, что мы закрываем. Так а мы не можем на ночь их туда посадить. Не можете ее посадить, а их оставить. А они свободно заходят. Ну, им там может быть холодно, не знаю я. Этой доской закрывать плотно, и все. На ночь мы вот закрываем их, кошек у нас здесь нету. Это Паля, это ее сынишка бегает, котик беленький. Боялись, что он слепой. И выйдет и не знает, куда идти. А я каждый день протирал святой водой глаза ему, с молитвой молились. Вот он бегает сейчас, уже играет. Видишь, какой. Ему надо поесть, а она сидит. Он ее старается под нее подлезть. Так, подожди. Она испугалась. Твой голос слышит? Она очень боязливая. Вот он. Вон, когда побежал. Он к матери туда бежит. Она не дает сейчас ему поесть, она боится, потому что вон он. Носится, как пушок. Да, как будто пушистый. Вот они маленькие, им как раз играть. Ей-то тут очень хорошо, и там она с кошечками возится. Ребенку эта ласка нужна. Это через руки передается. Он, видишь, какой пушистенький. Как... Раз он любит красный, я ему... Он сегодня у меня под одеялом там спал, вот под этим. Вон-то один остается, они под полом закрытые. Вот так. Ну что, все, мы будем сейчас заниматься. Вот пришел и сушится. И вот туалет маленького. Вчера вот уходить, их запер, а он остается. А ему надо сходить. И пришлось на бумажку насыпать земли, и он сейчас туда ходит. Вот. Вот туда. Ходит. Это на ночное время ему. Два туалета у него. У них только под пол они ходят сами. Я сейчас вот днем... Ну, а тут, видишь, как материя, вот так вот ее поднимут они лапками-то, и сами туда заходят. А там земля, это под полом. Вот. А когда так, то вот у меня специальная здесь городушка такая есть. Вот она квадратная, такая кубическая. А с этой стороны у ней там материя. Я накрываю вот так вот на самое отверстие. Это все. Они в это поднимают лбом туда и заходят. Нам никак нельзя, потому что мышей много, голубей держу. Везде семечки, пшеница. Вот Володя купил новый этот. Как нам сказать, гомонок для своего аппарата. Так, все. Это моя постель, сверху еще одно дополнительное одеяло. Мы вам мороженое приготовили. Все, там у тебя. Нравится, как бегает? Сейчас. Ее как кормить только вот. А он лезет, мы его еще не кормим. Это одним молоком. И поэтому он нигде не... Она его позализывает. Вот, ставит. И мы его вот сюда вот сажаем его. И в клеточку ставим. Вот так. Сейчас я покажу, как это делаем. У меня одна рука свободна. Так, ну-ка иди сюда. Вот у него тут есть здесь маленькая. Вот он. Почему бы ему там ночью? Вот он, видишь? Он просится туда. Ему надо сюда.
Вот. Это я бы сейчас его туда эту посадил. А почему там ему не спать? Вот он сидит там, но ему охота сюда. И сейчас он начнет кричать: «Мамка, помоги, меня посадили в тюрьму!» А она начинает прыгать туда вот на стул и к нему туда лезет. Тогда я туда сажу, и он сразу ее начинает сосать, поест и ложится там спать. У него там, видишь, матрасик есть, одеялка, он там есть. Он уже знает этого. А первый день он сильно не хотел тут быть. Сейчас я возьму ее. Сядь-ка пока за бабу Надю, чтобы она боится тебя сильно. Она очень пугливая. Ой, да моя хорошая. Ну-ка, пойдем туда. Пойдем к беленькому. Вот так. Все, Вот она где. Вот вообще-то наш дом. Вот она. Вот они сидят. Смотри теперь, он сразу идет к ней сосать. Ей убегать некуда. Вот он пошел. Все. Залез, кормится. Видишь, как тут придумано. А то у меня голуби с Нового года. Я с разрешения дяди Вовы принесу голубей. И они среди зимы будут у меня здесь ворковать. Прям рядом. Ну, сейчас я выбираю каких парочку. В прошлом году были сизари, а нынче беленький возьму. Он тут родился. Вот так. Видишь, тебе видать, нет? Вон. Ну, издалека смотри, а то она боится тебя. К ней туда близко не подходи. А там рыжая. Рыжая вообще замечательная, интеллигентная такая. А пусть она тоже туда. Все вместе там будут. Вот она. Видишь, он как припал к ней. Он сосет ее там, все. Когда кормят их, чтобы он не поел случайно у них из чашки. Если он поест, она его зализывать уже не будет. А теперь у него только все отходы идут от молока ее. Это паля а маленькая. Потом, когда так же вырастет, из миски будет есть. Я ее не понимаю, еще она. Вырастет и из миски будет с ними вместе есть. Ну да. Я их приносил сюда. А вырастет, то, конечно, будет есть тогда вместе. Вот. Ну что, еще другую. Вот она. Так, хорошая эта девочка. Кушать. Сейчас, вот смотри. Я сейчас переключу. О, все, вошел. Ну, начинаю сейчас работать по этому. Ну, сейчас уже время много. Это мы, я встал в 2 часа ночи, 13 минут. А сейчас уже, сейчас, подожди, я посмотрю. По-моему, 5 часов 25 минут. Новых сообщений каких-то. А какие новые-то? Джон какой-то, рекомендую. Ну, с Латвии кто-то, не знаю. Знаете, мы пошли. Что, вы пошли? Да. Ну, давайте, идите с Богом. А то я тут буду сейчас сидеть, заниматься. Мне события дня вчерашних. Мы про сворку съедим, святой водички выпьем. Все. Я утром точно так же. Я поэтому ее так же приучила. С Богом. Благослови Господь. Она на тапочки нагрязла. Подожди. Ты тапочки-то снимай, это по дому ходить. А там у нас половичок, это уже с улицы. Надевай ботиночки. Так, давай быстренько, выходи, она же на тебя глядит. Давайте, с Богом. Вы что-то долго сегодня не выходили-то так. Проспали. Ну, что же так вы? В 4:40 утра поднимаемся всегда. Мы в 4:20 встаем, чтобы успеть одеться, а сегодня проспали. Давайте, с Богом, идите. Смотри, чтобы она это, на это надевает, куда она не ступала на грязное. Носочки-то, чтобы чистенькие были. У меня не носки, у меня колготки. Дядя Володя, видимо, в храм побежал топить скорее. Вот они с бабой Надей тут. Молятся, приходят по утрам к нам. А потом идут домой. А потом я приду к вам с рыбкой. Кошечек там покормлю. А потом ваших...
ваших можем кошек сюда принести, они будут играть трое. Ага, точно. Все, давайте, идите с Богом. Забирайте свои тапочки. Тапочки забирайте, не забудьте. Смотрите, не подскользитесь на крыльце. Я к стенке прибил там поручи, держаться, чтобы было. Поручни. Не поручи, это у священников на руке. Спаси Христос. Давайте с Богом. Вот так, во славу Божию. Вот он ее сосет. Пока тут она убегает от него, а так она нет. Он глаза у нее как сияет. И залез под нее. Видно там даже он. С этой стороны.